Привет, мои друзья! Мы находимся в Светофоре, магазин низких цен. Подписан на мой канал, кто еще не подписался. Давайте с вами посмотрим скидочки. Я из Новосибирска. Кто меня не знает, звать меня Ирина. Ну все, давайте посмотрим. Хочу попросить подписаться на мой канал Дзен и Телеграм. Ссылочку оставлю в описании и в закрепленном комментарии. И, кстати, есть Дзен и в Телеграме самое эксклюзивное видео. Подписывайтесь. Конфеты Тоффи, пломбир, тоже килограмм, 136,90. Давайте следующие глянем конфетки. Наслаждение. Красный ценник 93,90 за килограмм. Жареный арахис и карамель здесь. Но это очень дешево. За 93 рубля. В чем подвох-то интересный? Странно. Но красные ценнички стали даже здесь появляться. Хотя оно не твердое, что старое. Нет, нормально. Второй год тоже посмотрел, нормально. Вот. Можно почитать вблизи. Ну, кстати, недорого, правда. Вот, наши сказки. Разные конфетки. 181 рубль. Полкилограмма. Это что такое? Ириски. Я смотрю, что-то знакомое. Опа, тележка моя поехала. Ириски сливочные, 131 рубль. Тоже килограмм. Здесь он, смотрю, какое курабье аппетитное. Печенье, курабье. Сколько же здесь вес-то? Тяжелые пачки. Килограмм, 128,90. Производство России. Так. Смотрю, люди прям берут. Ну ничего, аппетитно выглядит. Так, сейчас нам надо глянуть состав. Мука пшеничная, общество. Так. Общего назначения. Жир растительный. Растительное масло. Это уже хорошо. Клубника. Загуститель пектин. Кстати, неплохой состав. Я смотрю, люди берут. Я вот это взяла. Я уже брала вот эти кексики. Мне они понравились. Вкусненькие такие. Состав какой хороший. Цена 85,90. Так что это рекомендую вам. Вот какие салатники. Салатник 670 миллиграмм, фарфор, 85 рублей. Китай. Вот такую красоту нам привезли. О, это что такое интересное? Давайте глянем. Тарелочки интересные. Тарелка суповая, 17 сантиметров, фарфор, 75 рублей. Суповые. Здорово смотрится, конечно. Одного цвета, наверное. А вот эти... Ну да, они одного цвета идут. Ну а с другой стороны, конечно, лучше комплектом брать одного цвета, одного рисунка. В разнобой тоже не будешь брать. Здесь и пиалочки вон какие хорошие. Салатнички. Отлично. Все аккуратненько здесь лежит. А вот цвет пиалочки есть и зеленый, кстати, и синий. Посуду очень люблю, мне нравится, классно. Прежде чем показать вам, пришлось вот этот сместитель вытащить из сковородки. Ну, вот лежат же сместители, ну смотрел, так ты убери его сюда.
Нет, в сковородку воткнули. А другой возьмет с царапинами. Ну, давайте сместитель уже глянем, раз он здесь лежит. Сместитель с гибким изливом 30 сантиметров 617 рублей. Но это недорого, кстати. Да, супер, конечно. Туда-сюда ездить все. Ну вот, сковородочки мои любимые. 28 сантиметров. У меня такая же, мне нравится. Уже сколько лет и ничего не делается. Не помню, почем брала, конечно. 1147,90. Вот такие еще сковородочки. Наличия очень-очень много. Вон постельное белье, посмотрите, какая прелесть. Всякие-всякие разные. Это двухспальные кровати. Здесь все есть. Сейчас премиум люди взяли. Цвет желтенький. Вон там есть зелененькие. Терракотовый цвет. Шоколад. Вот все есть, пожалуйста. Цвета глянули. Так. Комплект постельного белья. Двухспальня. Вообще отлично. Это полиэстер. Здесь пододеяльник, простынь, две наволочки. Вот такие красотулечки продаются здесь. Ну-ка, здесь серый такой цвет. Ну-ка. Ну да, серый цвет. Ага. О, скатерть, я смотрю, здесь есть. Так, скатерть, скатерть. Это, наверное, откуда-то притащили здесь. Она только одна лежит. Ну ладно. Мы ее не будем трогать. О, простыни. Мне вот такие простыни нравятся на резинке. Очень удобно. Хлопок 100%. Отлично. Сейчас нам ценник надо найти. Вот, простынь 350 рублей. 100% хлопок. Вот они все цветочки, радуги. Красота. Очень удобно, конечно. На резинку раз одела, как на картинке нарисовано. И все удобно. Конечно. У кого какие, конечно, просто не есть. Штора для кухни. Арка называется. Размер 140 на 200. 80. Цена 266 рублей. Ну, отличненько. Очень нежно смотрится. Вот на картинке смотрю. Вот это зелененький. Вот прошито все. Такой горчица. Прям цвет горчицы. Он там желтенький есть. Ой, какие красивые. Как солнышко будет висеть. Очень здорово. Классно. Анатомическая подушка. 40 на 60. Гипоаллергичность. Экологичность. Долговечность. Антистресс. И воздухопроницаемость. Сейчас глянем ценник. Так. 1104 рубля 90 копеек. Производство Россия. А это что такое покрывало? Какое интересное. Ну-ка, давайте глянем. Покрывало. Здесь покрывало стеганое. Так. 200 на 210 покрывала. Сейчас ценник глянем с вами. 412 рублей 90 копеек. Производство Россия. Огромный выбор. Полотенчики. 47-49 рублей. И за 130 есть. Большие. Такие полотенчики мне нравятся. Я всегда на кухню беру. Мне не нравятся. Удобные.
прошиты хорошо. Красотища, конечно. И цвета хорошие. Свеженькие все равно надо покупать. Мне нравятся такие. Вот синие тоже интересные. Они как вафельные. Скорее всего, это и есть как вафельные. Но прошиты прям все так аккуратненько. Вон сколько много в наличии. Всякие разные. И вот такие интересные. Такие в полосочку вообще. Хорошенькие полотенчики. Берите, берите. Я вам показываю. 100% хлопок. 30 на 60. Ну, отличненько. Мужские брюки. Всякого разного цвета. Кому какие нравятся. Зеленые, синие. И джинсы здесь есть. Все по одной цене. 420. Скорее всего. Нет, джинсы 856. А вот эти брюки 420, которые вот эти тряпочные. Но размеры-то здесь не маленькие. Смотрю. Но там написано, что большие. Вон какие огромные. Вот кому надо, самое то. Они удобны, везде карманы всякие, чего только нет. Прошиты, кстати, хорошо. Я вам посмотрела. Ну и ценник нормальный, 420. Самое то. В лес за грибами или там на рыбалку. Вот, жилет еще есть, 540. Мужской и женский, хоть то может носить. Прошиты, кстати, очень хорошо, я посмотрела. Сейчас женщина мерила. Самое то. Карманчики, все есть. А, 540 рублей вот там показано. Есть вот темно-синие, с голуба. Цвета хорошие. Вон какие хорошие. Ну да. Красенькие вот такие есть, яркие прям вообще. За 500 рублей даже шить не будешь. Красотища какая. Здесь смотрю пледы. У нас до этого пледы тоже были. Вот здесь в светофоре тоже есть пледы. Так, посмотрим, в какую цену эти пледы здесь. Плед. Размер 1,5 на 2. 476 рублей. Барнаул. Это вот эти, наверное, скорее всего. Сейчас мы посмотрим. Да, 150 на 200. Состав полиэстер. Так, 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 так. А где слово Барнаул? Москва. Не то. Ну, ладно. Ну. Здесь вот там ценники тоже. Стоп-кадр можно сделать, тоже посмотреть. Сильно далеко и не видно. Но вот эти лохматые 951 рубль. Они как покрывало написано. Но цвета, конечно, все красивенькие. Прям прелесть. Вот те сиреневые здорово смотрятся. Какая прелесть здесь привезли. Коврики. Давайте посмотрим. ПВХ, срок неограниченный. 40 на 60. Они вот здесь прорезиненные. Мяконькие. Правда, греческий стиль такой интересный. Прям мне нравится. Сейчас посмотрим ценник. 96,90. Коврик придверной. Да хоть куда можно использовать. 60 на 40. Так, Китай. Ну, такие интересные. Цвет шоколада, но только одного цвета. Или нет? Ну-ка, подождите. А, нет, вот, смотрите, синий еще есть. Прелесть какая. И синий такой хороший цвет. Для интерьера самое то.
Вот щетка с совочком. То интересно, здесь черенок-то есть или нет? Или там будет? А вот он есть. Это с собой на кассу брать можно. Так, сейчас посмотрим ценник. Набор для уборки, щетка для пола, совком, пластик. 111,90. Россия. Запаха нету. Ну, отличненько. Нормально. И недорого. О, море-море тапок. А в какую же они цену? Сейчас посмотрим. Вот эти галоши, меня спрашивали кто-то, вот есть они, эти галоши, сапоги резиновые. Только здесь ценник надо еще посмотреть здесь. Так, 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 домашние тапки, это вот эти, наверное. Это более дешевый материал. Но тоже хорошо, не у всех денежка есть. Можно и купить это, почему нет? 345 рублей, галоши меховые, вот нашла. Со смехом он. Вот эти галоши. Ну, они прям внутри очень такой мех хороший, прям тепленькие. И не скользящая подошва тоже здорово. Отлично. Очень много. А вот такие маме купила, ей очень нравится. Она на балкон ходит, ей носок оденет. Ну, понятно, одевается как надо. Теплый носочек одевает и вот ходит на балконе. Самое то. А на балконе же не будешь это одевать. Обувь, да, все. Но они тоже стоят так же. 345 плюс-минус. 348 вот. Так что вот тут так.